Всем привет, ребят! А вот и обещанный мной обзор наушников от Xiaomi, оригинальных по типу AirPods. Наконец-то мы так ждали новинку качественных, крутых. Итак, давайте же посмотрим, что внутри. Открываем коробочку. Сразу видим двойное дно. Очень многие забывают за это и потом теряют важные детали набора. Тут микро-USB кабель для зарядки, очень компактный, 15 сантиметров. И инструкция, ну, для всяких занудиков, которые хотят почитать инструкции. Это была шутка, ребят. Она там есть. И видим бокс, ребята, он очень круто сделан. Он приятный на ощупь, качественный, пленочка, я не буду ее снимать. Все продумано для мелочей. Вот зарядка, видим мы здесь информацию с вами. Очень мягкий ход магнита. Вот, посмотрите, вот сделано реально качественно. Xiaomi умеют. И внутри видим крутые белые стильные наушники. Посмотрите, какой крутой. С анатомической вакуумной формой. Что это значит? Значит, что еще более глубже будут сидеть ваши ушки, еще более глубокий звук. Просто, без всяких наворотов, дизайн простой, но от этого дизайна я кайфую, я люблю минимализм, посмотрите. Итак, давайте теперь посмотрим, как же они подключаются, собственно говоря. Как же они подключаются? Бокс, я уже тут взяла телефон, включила Bluetooth, смотрите, сколько устройств, ух. Достаем оба наушника из бокса, сейчас достаем. Обращаем внимание, что начинают мигать. Посмотрите, видите, беленьким. Сейчас появится у нас устройство. Сейчас ждем. Я посмотрю, какое здесь у нас устройство. Вот, посмотрите. Mi AirDots Basic. Нажимаем на подключение. Все, ребята, они перестали мигать. Вот, видишь, видите, вот он, все. Оба уха сразу коннектятся к друг другу, это безумно удобно, легко и просто. Все, наслаждайтесь музыкой, как всегда, Xiaomi выдал хороший результат, звук качественный, отличный, советую эти наушники. Цена, как всегда, ниже описания.